Всем привет, мои хорошие, с вами Аки Эмили и обворожительная, неповторимая, прекрасная Аск Фатима, с которой мы сегодня очень сладко в обнимку спали, да, пупсика? Мы посмотрели сериальчик и легли спать в 3 часа ночи. Так, что мы сегодня будем кушать? У нас вкуснейшие манты, которые получились со второй попытки у меня. У нас здесь такой соус, у меня это просто кетчуп, у Фати это грибной и цезарь соус с чесноком. И еще у нас на десерт Данон. Угадайте, какой сериал мы смотрели. Да, правильно, Ривердейл. Вау. Я ждала этого момента. Фатя, тебя смело можно отправлять на разведку. Почему? Потому что я спрашиваю у этой красотки, кто же убил его, кто? Она сидит, ну, может быть, этот, а может быть, и не этот. В общем, она... Сколько я у нее не пытала, она мне не рассказывала, что будет дальше. Я такой нетерпеливый человек, и мне жалко потраченное время просто сидеть и смотреть сериал. Поэтому я нашла в интернете пересказ всего сериала и посмотрела за 5 минут. Ой, прочитала. Всего сезона, точнее. Там есть и второй сезон. Там есть 4 сезона, как минимум. Нет, ну на самом деле сериал очень-очень интересный. Обалденный. Манты тоже. Спасибо, пупсик, это мое приготовление, мое творчество. И такая. Я очень способная девочка. Может, своя мама? Я их сварила. Самое сложное, это как раз-таки сварить нормально. В этот раз Фатя спала очень спокойно на своей стороне. Я один раз открыла глаза, и у нее так, знаете, пальчик был на мне. Потом она такая, ой, извини. И такая повернулась и глаз. Ты помнишь этот момент? Кажется, да. Там картошечка? Угу. Прикольно. Ты привыкаешь со мной вместе спать. Это очень хороший знак. Очень хороший. Бери отпуск, переезжай ко мне, будем пилить контент. Мы открываем бизнес. Мы будем делать шмотки, мы купим себе бабки. Мы купим себе шмотки. Будем делать бабки. Все перепутала. Здесь у нас еще йогурт. Он у нас на десерт. Но я не могу удержаться, я обожаю йогурты. Я снимала челлендж 10 йогуртов за раз. Может, тебе тоже снять? Я снимала 10 видов йогуртов, пробую. А я все съела. Потому что это было очень вкусно. Мне кажется, даже можно 20 сделать. Потом я снимала видео Барни. Видео? 2 пачки Барни за раз. Это тоже было несложно. И очень вкусно. Я люблю Барни. Мне почему-то Барни ассоциируется именно с детства. Да. Хотя в детстве у меня не было Барни. У меня был киндер. Сюрприз. Какой йогурт? Какой йогурт волшебный? Ты начала с йогурта? Я люблю начинать с йогурта. Это тоже я все смету. Не переживай. У меня осталось 2 штуки. Рассказывай, пупсик, как жизнь у тебя? Что тебе рассказать интересного? Помнишь, один наш этот мем сделали? Вот такой, да. Если делаете мемы из наших видео, нужно отмечать нас. Это добросовестное использование, да. Согласна полностью. Фатя так сладко спит, я хотела тебя поснимать, когда ты спала.
И во влог засунуть. Потом я испугалась, что она разозлится, побьет меня, поэтому я решила... Мы же заснули одновременно, а проснулась я раньше. Я ночью просыпалась. Mm-hmm. Я же лунатик, ты не знаешь. Mm-hmm. Я хожу по квартире. Yeah. Кстати, 3 дня назад опять у меня был лунатизм, так скажем. Я проснулась от того, что мне как-то холодно. И как ты думаешь, где я была? В подъезде. А-а-а, шучу, не в подъезде. Где? Мне кажется, это уже больше смахивает на какое-то психическое расстройство. Моей двоюродной сестры так было. По-моему, она избавилась от этого. Хочешь, я спрошу, как? Спроси. Но это не психическое расстройство, это просто бывает у людей. Но это с нервами как-то связано. Да, когда я нервничаю из-за чего-то, вот тогда я начинаю ходить. Именно в те моменты, когда что-то происходит, что-то не очень хорошее. Например, потерялись ключи. Я до 3 часов ночи искала эти ключи от дома. Вчера нашла. Кстати. Да, кстати. И причем случайно абсолютно, под занавеской. Как я могла это не увидеть? Парадокс в том, что я разобрала диван. Разобрала кресло. Я посмотрела у себя под кроватью. Там что-то не чердак. Все разобрала, собрала. Весь шкаф перерыла. Это было очень вкусно. Сейчас приступим к десерту. А оказывается, ключи были у меня просто под носом. Так и бывает. И вообще такой человек, иногда происходит что-то ужасное, например, да, действительно то, из-за чего нужно париться. А ты не паришься. А я не парюсь. Иногда бывает какая-то мелочь, которая меня жутко бесит, и я вот нервничаю целый день. Бывает реально, у меня тоже такое бывает. Я тебя понимаю. Иногда даже Айка говорит, как это ты так спокойно реагируешь там на что-то, например. Например, у меня брат попал в аварию, и у меня родители так переживали. Я, наоборот, их успокаивала и говорила, он же не умер. Все хорошо. Все уже позади. Обошлось. Да. Хочешь, я поделюсь одной штучкой с тобой? Не, я хочу десерт. Нет, честно. Бери. Честно, нет. Я наелась, я буду десерт. Спасибо. Просто пальцы так быстро ест. Как пылесос. А может, потому что я рассказываю, а ты молчишь, поэтому можно ты... Можно быть. Вкусный йогурт. У нас сегодня по плану еще очень много съемок. Тиктоков всяких. Ох, мы зажжем тиктоки. Черные бумы, черные бумы, стоп, сильные. Порш Панамера, аки по колено. Что за манера, цунь по колено. Давай поспорим, что я полностью смогу засунуть это в рот. Я не спорю, я верю, что ты сможешь. Нет, давай все-таки поспорим. Ладно. Я не уверена, она большая. Но что спорим? Давай спорим наоборот. Я верю, что ты сможешь. Так я специально тогда не засуну в рот. Ну, давай. Давай так. Если я засуну это полностью в рот и смогу съесть, ты мне покупаешь 3 йогурта. Если я не могу, то я тебе покупаю 3 йогурта. Или что ты хочешь? Я хочу мороженку. Короче, если это я съедаю, полностью засуну в рот. Посмотри, это большая, это маленькая. Ой, это маленькая, это большая. Угу. Я беру большую. Угу. Правильно? Ну что, спорим? Невероятно. Мне реально очень нравится, когда берут что-то большое и резко в рот засовывают. Я прям тренируюсь. Да. Так, давай. Пробуем. Вау. Невероятно. Да, и-ка я возьму йогурт на свой вкус. Я видела в Инстаграме, один парень взял и весь торт засунул в рот. Торт? Ну, такой кусочек. Например, круглый торт, из него один кусочек взял и полностью засунул в рот.
Ну как он жевал, не было, но просто во рту у него было. Может, не дожевал, не знаю. Да. Мы вчера смотрели с Айкой такое видео в ТикТоке. Там пластилин бросают в такую, вот в такое, в такой стакан и молоточком. Тут, и тут. Это так залипательно. А потом мы зашли на эту страничку, там много таких видео, и там миллионы подписчиков. И мы прям так смотрим. И дальше я хотела подписаться на их, реально успокаивать нервы. Я тоже иногда для ТикТока снимаю видео. Миллионы где... просмотров. Да, я иногда натираю мыло с мамой. Это придумала моя мама. Это очень залипательно, особенно с пластилином вообще. Может, мне тоже купить пластилином молоточек, помолотить? Можно, но на тебя подпишутся люди, которые любят какую-то дичь. Но я иногда разнообразиваю, как правильно сказать, разнообразиваю. Как сказать, я разнообразиваю свой контент? Разнообразиваю. Короче, я снимаю разнообразные видео, вы меня поняли. Это как Бузова, мои люди всегда со мной. У нее всегда такой девиз. Там она видит своих поклонников, и всегда мои люди. Так прикольно. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам оно понравилось, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на эту красотку. Увидимся с вами очень скоро, я надеюсь. Пока.